Получить гран-при помогла дружба. В этом уверены руководители и участники грузинского ансамбля народного танца «Иберия». Коллектив привез высочайшую награду из Эстонии, где проходил международный молодежный конкурс хореографического мастерства «Балтийская палитра». Честно, я приняла валидол. Настолько переживали. Каждый коллектив, выезжая на конкурс, всегда хочет взять какое-то особенное место, и это место гран-при. Поэтому ожидания такого не было, но было большое желание. И это желание на самом деле совпало с тем, что произошло на сцене в эти три минуты одного и второго танца. И результат оказался таким прям очень громким для нас. Поэтому ощущения, эмоции через границы. Коллектив уже выступал в Венгрии и Австрии. Поездку за границу организовать хлопотно, но, несмотря на все трудности, решили поехать в Таллин. Туда Иберия привезла два танца – аджарский и абхазский. Эти танцы, так как мы народу Кавказа, они прям как наша отдушина в этом городе. Мы нашли себя здесь. Мы приходим, общаемся. Наш успех состоит в том, что мы все очень семейные люди, очень любим такое теплое общение, и все это мы передаем в своих танцах. Конкуренция на фестивале была серьезная. 87 коллективов, более 180 номеров. Несмотря на то, что только в начале этого учебного года в коллектив влились новички, награду удалось получить. Чтобы станцевать грузинский танец, каждый танцор действительно должен почувствовать себя в душе грузином. У нас идет очень много разговоров с ними, как танцевать, в какой. Потому что у грузинских танцев тоже есть своя специфика танца. Где-то надо пожестче танцевать, где-то помягче надо танцевать, где-то приворотно, там разные, потому что сколько танцев, столько и мимики лица, само тело как работает. Поэтому это очень сложно. Арсений и Дарина в коллективе уже более 4 лет, и поездка в Эстонию – это первое серьезное для ребят творческое испытание, которое, надо сказать, они выдержали с честью. Мы готовились довольно долго и время, потому что за месяц, да. Примерно за месяц, потому что это не очень просто, как кажется. На вид кажется просто там поднять ногу и легко Правильно переступить, а на самом деле это надо запомнить и повторить на сцене правильно. Коллектив образовался в 2007 году. Ребята исполняют армянские, грузинские и азербайджанские танцы. И в самом начале 95% участников были грузины. Теперь ситуация обратная. Но это никак не сказывается на творчестве. Награда из Эстонии – прямое тому доказательство. Самое главное, если в ансамбле нет дружбы и нет взаимоотношений хорошего, никогда ни один коллектив не сможет взять ничего. Потому что самое главное начинается с дружбы. Вот это когда сплоченные ребята всех национальностей, вот это самое главное. Когда в Иберию приходят новички, от родителей часто звучит вопрос: а у нашего ребенка получится? Руководители ансамбля отвечают всем одинаково. Ребенок – губка, и все быстро схватывает. Главное – развивать его талант. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.